Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. А это мой младший братик Джордж. Это мама свинья. А это папа свин. Свинка Пеппа. Непослушный черепашонок. Сегодня чудесный осенний денек. Пеппа и ее друзья играют в саду. Смотрите, это же черепашонок Тиддлс. Привет, милый! Что ты здесь делаешь? Тиддлс! Тиддлс! Это доктор Хомяк, ветеринар. Вот он, Тиддлс! Какая удача! Вы его нашли! Непослушный малыш! Возвращайся в коробку, тебе пора спать. А по-моему, спать еще рано. Для черепашки самое время. Она спит всю зиму напролет и просыпается только весной. Мне это нравится. Ты тоже любишь поспать, да, Педро? Да. Малыш, где же ты? Черепашонка нигде нет. Смотрите, он забрался на дерево. Ой, мой милый, но почему же ты так любишь лазать по деревьям? Как же вы собираетесь его спасать? Надо спилить дерево. Нет, я вызову к нам пожарных, дети. Пожарная служба, что у вас? Черепашонок на дереве? Опять? Сейчас выезжаем. Всем отойти! С помощью лестницы пожарные снимают с деревьев непослушных зверей. Ко мне, малыш! Но черепашонок ползет все выше и выше. Спускайся ко мне, шалунишка. Мама-корова старается залезть на дерево. Будь осторожна, мама-корова! Ой-ой-ой, я застряла! К сожалению, коровы не умеют лазать по деревьям. Держись, я иду на помощь! Я здесь, шалунишка! Оу, я, кажется, тоже застряла. И слонихи совсем не умеют лазать по деревьям. Нет, ничего не выходит, верно? И что же мы теперь будем делать? Надо спилить дерево. Нет! Пожалуй, я позвоню в службу спасения. Алло! Аварийный ремонтная служба дедушки пса! Алло, черепашонок Тиддлс снова залез на дерево. Залез на дерево? Опять? Поезжаю немедленно! Интересно, как можно снять черепаху с дерева? Надо его спилить! Точно! Пора кончать с этой деревяшкой! Нет! Хорошо, тогда я полезу наверх! Ура! О, да, нет, кажется, я застрял. И собаки не умеют лазать по деревьям. Ну, теперь-то мы, наконец, его спилим. Нет, мы вызовем самую главную службу спасения нашего города. Хорошо, уже лечу. Это мисс Кролик и ее спасательный вертолет. Здравствуйте, нужно скорее спасать черепашку. А кто остался в вашем вертолете? Ух ты, совсем забыла! Я только включу автопилот. Автопилот включен. Привет всем. На автопилоте вертолет может лететь сам по себе. Попался, маленький проказник. Мисс Кролик спасла непослушного черепашонка. Ура! Спасибо, мисс Кролик, за то, что спасли этого малыша. Без проблем, дорогая. Спасибо, что и про нас не забыла. Такая у меня работа. Прощайте. Вы ничего не забыли, мэм? Что? Ох, да, вертолет. До свидания, друзья. До свидания. Да чего же ты непослушный? Прекрасно, ты уже засыпаешь. Иди в коробочку. Сладких снов, малыш. Теперь черепашонок будет спать всю зиму и проснется только, когда наступит весна. Продюсер Фил Дэвис, авторы сценария и режиссеры Марк Бейкер и Невил Астли. Свинка Пеппа.